Всем здравствуйте, идем на рыбалку. Рыбу ловить бензопилой и топором. Что будет? Включусь, засниму, если батарейка не замерзнет. Ну и вот, добрались до озера. Сейчас будем место выбирать. Весой набегано. На хатку все бегает он на ту. След огромный. С ладошку. Так, что он куда? В эту сторону мне надо бурить его. Погоди, давай. Давай камешка, я скобрину отсюда. О, просверлился уже, что ли? Блин, я хотел не досверливать, чтобы водой не залило. О, вода-то как. А, запах, запах непередаваемый. Че? Пахнет здорово. Слушай, смотри, когда это. А рыбы-то нет. Пахнет прям так невкусно. Ты знаешь, как видео делали? Я не досмотрел до конца. Они вот так вот круг долбили большой. Вот так вот где-то в глубину. А потом убили середки. И типа. Выкинуло, чтобы. Да, якобы она потом просто в этом кругу с очком черпает и все. Хорошо давануло. Ну опять как давануло до уровня этого набрало. Ну да, все. Я за льда не выбрал. Блин, печарин. Ничего не выскочило. Слушай, лед-то вообще тонкий. По сравнению с снеговым. Ну, так, ой, УАЗик тут утонул у тебя тогда. Да я помню, я раздвигал. Хватало. Там маленько мы не добились, да? А? Чуть-чуть мы до воды не добились. Ну, еще раза в три, наверное, и все. Ну, пахнет, ага, так какой-то запах. Надо камеру эту под воду. Вот считай, выше колена. Нет, это, да, бур. Нет, запас хороший, я так понимаю. А? То озеро было. А? Можно было дальше еще делать.
А на что надо может? А может, если лед такой же, тогда есть вода. Надо длиннее было, наверное, тогда. Сапоги уходят. Здесь рыбы нет. А, как септика пахнет. Не, здесь. Можно потом, там будет еще вторую тогда. Надо завтра потом сюда идти. Выкинуло только одного жука-плавунца. Ну-ка, сейчас попробуем. Вот такой напор. Почти фонтаном. А рыбы нет. Говорю, почти фонтаном, а рыбы нет. Рыбы здесь нет. Сырой, да, лед? Не вода, а так только сыровато. Или это сам по себе еще, это не лед, это наледь такая намерзшая, вон, снеговая. Или лед, непонятно. Новое место, тут вся рыба. Вся рыба здесь. Сейчас сделаем, потом включусь. Кто на чем едет? Не знаю. Пахнет здесь так же. Трава вытягивается, грязь. А? Ну, говорю, водоросли, здесь он трава. Вот так вот тут. Будем пробовать. Сейчас будем трактор спасать. Будем спасать трактор. Не, больше дыма. Больше дыма. Дядя Юра вроде Николаев. Ты одну просверлил или две? Да фиг знает. Первая рыбина. Вонючая, говорю, как септика пахнет.
ладно, главное нам посмотреть. Даже поди и меньше. Ну, тестирую. Пузыри пошли, кстати, ага. Блин, у меня вообще надо было взять эти.